очередной вызов, человек без сознания. Взяли дефибриллятор, сумка, наша укладка и ЭКГ. На смену как на бой. За 12-часовую смену Мирнинская бригада скорой принимает от 20 до 30 вызовов. Количество обращений к медикам в разы вырастает в праздничные дни. Жители ездят за город и собираются за большим столом. Отсюда травмы и отравления. Выходные у многих сопровождаются употреблением алкоголя, поэтому порой фельдшеры отбиваются от буйных пациентов. За годы работы чего только не было. Я уже 10 лет работаю, но много таких историй было. Роды, например, в лесу. Куча ситуаций. Медсестры и фельдшеры скорой помощи ежегодно проходят обучение по сердечно-легочной реанимации. Курсы позволяют снизить смертность пациентов от инфаркта. Приложили. Все отошли. Никто не касается. Отлично. В Мирном работают 2-3 выездные бригады. В штате врач, фельдшеры и медсестры. Они обслуживают город и близлежащие поселения. Профессиональный праздник, который по всей России отмечают 28 апреля, эти специалисты тоже будут на смене.